земляки! Поздравляю вас с всенародно любимым праздником, наступающим Новым годом. А старый год уходит в историю. Он принес немало тревог, но мы не знаем, каким будет 2023 год. Я уверен, что для нас, для всех и для нашей страны он будет успешным. Желаю вам праздничного настроения, исполнения желаний и, конечно, здоровья и счастья. С Новым годом вас, дорогие ульяновцы!